Ну, а мы сейчас перейдем к разговору, наконец, с моим сегодняшним гостем, который, я надеюсь, не очень соскучился, пока мы рассказывали о разных других событиях, потому что у него тоже очень важное событие в Нью-Йорке. Приближается 1 октября, состоится концерт, в котором будет исполнено два его новых произведения. Одно произведение уже, правда, исполнялось, а вот другое совсем-совсем новое, это будет премьера. И для того, чтобы немножечко как бы представить вам, какого рода музыку он пишет, я хочу, чтобы мы послушали фрагмент из его виолончельной сонаты, это третья часть, причем эта виолончельная соната будет частью концерта. Хочу сразу сказать, концерт этот, в котором принимают участие в основном грузинские музыканты. Композитор родом из Тбилиси, живет в Нью-Йорке, зовут его Георгий Окли. И сейчас мы услышим одно из произведений, которое будет звучать в этой программе. Это его соната для виолончели и фортепиано, третья часть. Давайте послушаем третью часть только, фрагмент. Я думаю, что если бы я не сказала, что автор музыки из Тбилиси, вы бы все равно догадались, что он откуда-то оттуда, потому что в этой музыке явно совершенно слышны элементы восточных каких-то танцев, песен, ритмика. Ну, это то, что остается в крови, наверное, особенно если половина жизни прошла, или часть, скажем так, прошла в Тбилиси, да? Георгий, доброе утро. Я вот сейчас только вот с вами, наконец, могу поздороваться. И хочу первым долгом спросить, как давно вы приехали из Тбилиси? Доброе утро. Очень приятно быть здесь у вас и в гостях. В общем, я приехал первый раз 2001 года в Нью-Йорк. Это еще был конкурс для пианистов. Mm-hmm. И вот я приехал не как композитор. Мой первый приезд в Нью-Йорк был связан с фортепиано. Да. Но вы ведь сочиняли музыку с детства. Намного раньше вы начали сочинять. Да, музыка была с самого начала, можно сказать, параллельно все время у меня внутри она звучала, но надо было приготовиться для того, чтобы ее писать и выучить. А фортепиано — это такой инструмент, который, в принципе, помогает осуществить. Это как бы универсальный инструмент, и чтобы потом писать для оркестра, для разных инструментов. Вот изначально вот фортепиано есть вот этот вот, и поэтому я думаю, очень многие композиторы и связаны
Фортепиано или начинали как пианисты. Да. Это инструмент невозможно обойти просто, я так думаю. Да. Ваше начальное образование было связано, все прошло в Тбилиси, то есть центральная музыкальная школа, консерватория, такой обычный путь. Да, да, все как обычно происходит, десятилетка музыкальная, потом консерватория, и уже потом вот... И вот вы приехали сюда и получили scholarship, и начали заниматься здесь? Да, я продолжил уже свое обучение здесь, пока я закончил Деполский университет. Это в районе Чикаго? Да, 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 в Чикаго класс замечательной пианистки Этериенджи Паризе. И это вообще очень яркий период обучения с ней быть. Учиться всегда очень приятно. Да, да. Особенно в хорошем американском университете у хорошего педагога. Тем более, что педагог говорит на твоем родном языке. И даже если вы говорили и по-русски, но английский, я думаю, что вы достаточно хорошо освоили. Ну, нам пришлось сдавать очень сложный тест по TOEFL, поэтому мы занимались очень много, и это, наверное, самый сложный период в моей жизни. В смысле занятий? Занятий, надо было так много работать. Вот именно сдать этот тест. Не так, как учить язык, а вот именно сдать. Потому что очень сложный был тест. И очень много энергии ушло вот на подготовительный период. А с вашей женой, вот, которую мы только что видели, она играла на фортепиано в этом фрагменте, Ингой, она ведь там же училась, вы уже приехали с ней или вы там познакомились? Это очень интересно. Мы вместе учились в консерватории, мы никогда не встречались. То есть вы учились в консерватории в Тбилиси? Да, в консерватории в Тбилиси. Не пересекались? Ни разу. Как интересно, это действительно очень интересно. Получилось, надо было мне приехать здесь. Встретить свою судьбу. Да. И главное, мы оба участвовали на конкурсе, и можно сказать... Да, это конкурс, кстати, это было в рамках фестиваля «Фортепианное лето», который организовал Владимир Фельцман. Да, да. И конкурс «Флиера». И, кстати, мы говорили много об этом фестивале, мои зрители знают его. И многие из них бывают там каждое лето. Так что он дал путевку, видите, таким интересным музыкантам. И в конце концов вы здесь решили остаться. Да, ну, Америка, как известно, это для всех, значит, вот начало. Ну, это очень притягательное место, страна, конечно. Очень многие надежды открываются здесь. И, конечно, для нас это тоже было... Вот новая, вот, скажем, страна, где можно добиться и расширять свое образование, и талант, и все. Угу. Да. Георгий, я не могу не спросить, у вас вы из Тбилиси, из грузинской семьи, но ваше имя Окли, и вы даже сказали, что учительница когда-то говорила, чтобы его называть Оклей, как в России говорили. Оклей. Это скорее какая-то ирландская или шотландская или английская фамилия. Да. Каким образом она появилась в вашей семье? Вы знаете, это очень, для меня это очень интересно, потому что вот когда мы прослушали мое произведение, вы сказали, что там очень много грузинского фольклора. Ощущается. И вот, я считаю, что я родился для этого, чтобы вот этот фольклор вырасти себя вот в этом среде, вот в этом фольклоре. И поэтому, наверное, получилось так, что Окли родился в Грузии. Но если это, ну так... Ну, фамилия как? Фамилия сама очень мало известна, что на самом деле было. Но вот Николас Окли, который уже иностранцем был, он проезжал через Грузию и уезжал в Европу, на родину. Но так сложилась его судьба, что он познакомился там с женщиной и влюбился. И вот и остался его экспедиция. Ну, люди, с кем он работал, они уехали, но он сам остался и жил там. И мой дед родился, Леонид Окли, уже первый, так сказать, Окли, который родился в Тбилиси. Да. Понятно. То есть фактически это грузинская семья с корнями
Это была ирландская семья или Окли? Ну да, считается, что это ирландская, но все равно очень мало известно о нем. Сама фамилия может быть ирландская и английская. Понятно. Но во всяком случае вот такие интересные корни есть. Знаете, вот как копнешь кого-нибудь, и окажется, что на самом деле он вовсе даже и не грузин, или и не русский, вот и так далее. Но вернемся к музыке. А вот американские композиторы, ну вот сейчас, в данную минуту, немножечко лучше их ситуация, потому что стали развивать как бы новую музыку, появилось немножко больше денег, которые вкладываются в искусство, страна вышла из рецессии, и сейчас очень много грантов. Поэтому, например, Карнеги Холл заказал там 125 произведений к своему столетию там, и так далее. Нью-Йоркский филармонический оркестр имеет своих композиторов, резидентуру, так сказать. И вообще много довольно заказов. Да. Но, в принципе, современному композитору, тем более пришельцу из другой страны, здесь, в Америке, мы, кстати, у меня было несколько людей, это были в основном женщины. А каково здесь входить в американскую композиторскую среду? И есть ли вообще эта композиторская среда? Ну, вы знаете, это очень интересный вопрос. И, во-первых, это уже не сегодня и не сейчас это началось. Да? Мы знаем еще таких композиторов, как Рахманинов и Стравинский, которые приехали и нашли свое место и убежище здесь. Есть, и да. Очень, Шонберг, даже такие, да, трудные, как Шонберг. Да, и Шонберг, и в общем, страна принимает. Она открыта для талантов, для новых идей и музыки, и не только в музыке, в сфере музыки это происходит. Поэтому сказать я могу только одно. Это приятно, комфортно, открывает очень много дверей, надежды. И на самом деле вот сегодняшнее время для композиторов еще очень интересно, потому что постепенно уходит период вот этого авангардистского, так сказать, влияния, и новые композиторы, они более открыты для новых возможностей, звуковых, гармонических и так далее. Да, краски какие-то ищут благодаря электронной музыке и технологиям. Но кроме этого, они пытаются сделать музыку более человечной, более мелодичной. Да, потому что они поняли, что тупик. Если все только от головы, то это тупик. Да. Ну, дело в том, что когда музыка на самом деле стала авангардной, она, это был ответ на реальность той времени, когда был Вторая мировая война, и композиторы, конечно, они не могут не откликнуться на реальность, на страшную реальность. Да. Угу. И вот музыка, она, конечно, тоже проявилась вот в этом, с этой стороны. Но сейчас другое время. И сейчас и открыты такие глобально открытые границы, и можно уже очень легко познакомиться с всякой музыкой в мире. И это, конечно, на нас действует, влияет. Абсолютно. И поэтому чем больше красок и больше влияний в музыке, тем интереснее услышать. Угу. Я уверен, что на сегодняшний день музыка — это не просто часть классической, но там можно найти и джазовый, и рок, и все вместе, потому что это все часть нашей культуры и реальности, где мы сегодня живем. Да, того звукового мира, в котором мы живем. А для того, чтобы вы поняли, друзья, лучше, какую музыку пишет Георгий, мы и как раз вот этот как пример такой мелодичной, теплой, человечной музыки, это произведение под названием «Remembrance», то есть «Воспоминание» или «Напоминание», может быть, которое написано для кларнета и фортепиано. Партию фортепиано опять исполняет Инга Кашвили, а партию кларнета исполняет очень интересный музыкант, который... Это произведение не будет частью предстоящего концерта 1 октября, но этот музыкант... Антон Рист.
И он стал сейчас первым кларнетистом оркестра Метрополитен оперы. Да. Так да. что вот так, давайте послушаем. А, здесь другая пианистка, я прошу прощения. Нино Жуания, грузинская пианистка. Ну, тоже грузинская пианистка. Интересно. Замечательная пианистка. Я хочу сказать, друзья, что в концерте, который состоится 1 октября в Wild Recital Hall, это малый Карнеги Холл, вот там будет исполняться соната для виолончели и фортепиано, фрагмент из которой вы сейчас слышали. Там будет исполняться совершенно замечательная соната Бетховена для виолончели и фортепиано. Там будет... будут фантастические пьесы Шумана, и там будет еще одно очень интересное, совсем новое произведение, о котором мы поговорим во второй части нашей программы. Причем виолончельную сонату будет играть и Бетховена, и Георгий Окли будет играть другая виолончелистка, не тот молодой человек, которого вы видели сегодня в записи, а новая звезда, я считаю, совершенно выдающаяся, очень молодая, с очень интересным будущим, я уверена, грузинская виолончелистка Лиза Рамишвили, которая выступала очень много и продолжает выступать по всему миру. Она училась в Швейцарии, и у вас будет возможность 1 октября с ней познакомиться, потому что это будет ее дебют в Нью-Йорке. Друзья, после короткой рекламной паузы мы вернемся к нашей беседе с Георгием Окли. Мы поговорим о многих интересных вещах. Не уходите. Легендарный актер. Сердце у меня здоровое. Народный артист. Мотор хороший. И властитель дум. Жаль, что нету тормозов. Александр Филипенко в Америке. Останавливайся только в кювете. Премьера самого пронзительного моноспектакля. Не такая плохая мысль. У автора в плену. Если вдуматься. Три века, 10 культовых авторов и сотни жизней, которые Филипенко в одиночку проживает на сцене. Александр Филипенко. У автора в плену. Илья Левков представляет интеллигентам, интеллектуалам и всем, кто любит читать, новинки издательства «Либерти». В издательстве «Либерти» рукописи не горят, они возрождаются. В «Либерти» вышла рукопись барона Анатолия Александровича фон Дельвига, записки потомка предков благородных, мемуары очевидца двух эпох, 1875-1936. Автор посетил сей мир в его минуты роковые, описывая последние годы Российской империи, семей Толстых и Оболенских и первые годы СССР. Дядя автора был близким другом Пушкина в лицее. 500 страниц фото из семейного архива. Подписчикам RTN скидка 50%, $28, включая пересылку. Заказы по адресу Liberty, P.O. Box, 1058, Нью-Йорк, Нью-Йорк, 10024. Телефон 212-213-2126.
Ваше русскоязычное американское издательство «Liberty» предлагает вам лучшие книги на родном языке. Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404. Словосочетание «русские сезоны» традиционно ассоциируется в Америке с балетом. Издательство «Крик Паблишинг Хаус» решило сломать стереотипы, наполнив русские сезоны литературой, музыкой и изобразительным искусством. С октября этого года в легендарном Манхэттенском музее Николая Рериха открывается литературно-музыкальный салон «Крик». Проект осуществляется при информационной поддержке телеканала RTN WMNB и новостного портала runiweb.com. Каждый второй четверг месяца вас ждут встречи с известными русскоязычными литераторами и музыкантами в неповторимой эзотерической ауре картин великого художника. Открытие первого сезона состоится в четверг, 13 октября. В мероприятии примут участие писатель Александр Генис, кларнетист Юлиан Милкес и пианист Александр Избицер, ведущий программы Геннадий Кацов. Начало в 7 вечера. Вход свободный, количество мест ограничено. Еще раз добрый день, дорогие друзья. Я хочу напомнить, что у нас в гостях Георгий Окли, который как раз вот в этом самом музее Рериха, который вы только что видели в рекламе, репетирует сейчас вместе с новой группой Николая Качанова свое новое произведение, которое впервые будет исполнено 1 октября в 8 вечера. Концерт состоится в Weill Recital Hall. Это Карнеги Холл, малый Карнеги Холл, самый маленький Карнеги Холл, в котором совершенно замечательные проходят концерты камерной музыки. И этот концерт будет включать произведение моего сегодняшнего гостя Георгия Окли «Stabat Mater». Это вокальное произведение в исполнении группы, новой группы Николая Качанова. Но кроме этого в программе будет соната для виолончели и фортепиано Георгия Окли, которую исполнит Лизи Рамишвили, очень талантливая молодая грузинская виолончелистка. Она же будет играть сольную партию в бетховенской виолончельной сонате, партию фортепиано, а также фантастические пьесы Шумана в этом же концерте играет еще одна грузинского происхождения пианистка Инга Кашакашвили, которую мы сейчас представим в записи. Инга очень удобно оказалась, она жена Георгия, и поэтому он для нее пишет много хорошей музыки, в частности, написал токкату, которую она исполняет в нашей следующей записи. Давайте послушаем и посмотрим. Маленький фрагмент, к сожалению, но я думаю, что вы поняли, насколько она виртуозный пианист. Георгий, вопрос. Вы оба, я знаю, в основном живете, скажем так, на уроке фортепиано. Это вполне естественно, нормально, педагогическая работа всегда была очень важной частью жизни профессионального музыканта. Потому что концерты – вещь такая не очень частая, не всегда они оплачиваются и так далее. А тем не менее, я знаю, что, вот, например, соната для виолончели, она, это заказ был или это было… То есть там как-то связано это с человеком, который просто решил вам помогать. Расскажите, там очень интересная история за этим стоит. Да, вы знаете, это всегда… Исторически так было, что у композиторов возникали люди, которые им помогали, как-то поддерживали. Которые любили их музыку, да. Которые хотели их слушать, и которые верили в них, да. И давали им средства на… Да.
дальнейшее развитие. И это очень сильно вдохновляет, что и по сей день есть, находятся такие люди. Такие люди. Да. И вот мистер Джеймс Карлсон один из тех, который любит музыку и поддерживает. У нас с ним очень близкие отношения, но началось это все очень неожиданно. В 2011 году у нас проходил концерт в Карнеги-холле, где мистер Джеймс Карлсон присутствовал, и, наверное, это его сильно вдохновило, потому что после этого... И там исполнялась ваша музыка? Там исполнялся концерт с оркестром, мой первый фортепианный концерт, и еще многие другие мои произведения. Это был вечер моей музыки. Вот. И после этого мы анонимно получили, в принципе, очень большой так чек. То есть он просто вот так вот, не зная вас лично, вот, ничего, просто послушал музыку. Послал чек, и мы... Бывают такие чудеса? И надо было еще его найти, потому что мы не знали, от кого этот чек. Это было сделано анонимно, но надо было обязательно найти, отблагодарить человека. Конечно. За такой поступок. И вот мы его нашли. Я потом позвонил, я с ним поговорил, я сказал, что давайте, чем я могу отблагодарить, если не написать в вашу честь музыку. Я предложил, чтобы он сам выбрал. Чтобы жанр, инструментовку, все. И я был бы рад уже сам воплощить это в музыку. И он сказал, он подумает, и потом он позвонил. Он любит очень виолончель, он сам учится играть на нем. И сказал, что вот для виолончели было бы очень интересно. И вот так и началась, вот родилась эта идея писать виолончельную сонату. А потом уже я начал думать, как это будет, на чем это будет основана музыка и все такое. Так, там я обнаружил, что его сын в то время страдал слуховыми. В общем, он терял слух, его сын, и это большая трагедия. И мы это уже знаем у Бетховена, все музыканты, которые услышали эту трагическую историю. Для нас это что-то очень близкое. Вот, и я решил, что надо обязательно уже музыкой вот это вот воссоздать вот это переживание. Я попросил, можно ли вот именно основать музыку вот на эту тему. Он был, на этой драме. Да, на эту драму. И он сказал, да. Да, и, в общем, вот так первая часть проходит этой сонаты именно вот в переживаниях мальчика, который теряет слух. И там уже в какой-то момент Джеймс Карлсон мне сказал, что до критически дошло состояние, что надо было уже делать операцию. И мы должны были, я должен был успеть написать, и чтобы он последний раз своими ушами услышал. Да, да, вот так, до такого дела дошло. И надо было уже вот торопиться, да. Но первая часть, когда была уже написана, да, я начал думать, куда теперь продолжать, потому что вся, в принципе, трагедия уже переживание есть. Уже есть. Да. Теперь куда? Но вот тот фрагмент, который мы слышали, он довольно жизнерадостный. Да, потому что потом по-другому все сложилось. Потому что вторая часть, я начал писать вторую часть, и в какой-то момент я абсолютно отказался от нее, и я... Вы чувствовали, что вы не знаете, куда да, идти? Да, я чувствовал, что это не то абсолютно. И я, в общем, начал с нового, с чистого, с листа. И пока я начал писать, просто я пошел в такую глубокую медитацию. В смысле, вот прочувствовать, как бы я сам... Что бы я сам чувствовал, если это меня касалось, и что бы я сделал вообще. И тогда у меня пришла такая идея молитвы, потому что это самое последнее, что уже остается у человека. И я вот так глубоко вот в это состояние вошел, что уже музыка началась рождаться. И в
какой-то момент было абсолютно космическое совпадение, когда я писал вот это вторую часть, вот, молитву, prayer. Я пришел в гостях, тогда приехал Джеймс Карлсон в Нью-Йорк, и я пришел с ним повидаться и уже рассказать, как проходит дело. Я увидел вот такой рисунок. Рисунок такие лестницы идут вверх, и там, значит, в облаках есть такой круг и крест. И я спросил, а что это такое? И он говорит, вот это, говорит, нарисовал мой сын, и это молитва. Это, говорит, вот место, где люди молятся. Говорит. А он еще не знал, что вы пишете молитву. Я увидел, я был абсолютно шокирован, потому что это абсолютно совпадение. Да. Это о том, о чем я писал. Это визуализация была моих звуковых музыки. Да? И вот... Тогда я понял, что я на правильном пути. Я настолько уже поверил вот в это состояние, что я какой-то момент подумал, что, ну, знаете, значит должно быть какое-то чудо с этим. После всего этого что-то должно случиться. И случилось, потому что уже и третью часть я уже начал, поэтому она звучит так радостно, что вот чудо случилось, и так Бог услышал молитву. И вот, так что же случилось? Случилось то, что стабилизировалось у него слуховое состояние, и никакой операции не нужно. И самое главное, очень интересное, сам факт, что он не мог разговаривать, у него речь, потому что он не слушал, была не совсем гладкой. Да. Но все настолько улучшилось, что он выиграл первый приз именно по речи. Ему дали $1000 премию за красивую речь. За красивую речь, да. И, в общем, вот и потом начал петь уже в хоре. И, в общем, мальчик сейчас играет на инструментах. Ну, вот это все. Это очень интересная такая история, связанная. Видите, как из чего может возникнуть музыка? Ну, отсюда естественный переход к Stabat Mater. Это что за произведение? И как вы познакомились с Николаем Качановым? Кстати, друзья, Николай Качанов ведь бывал у нас в программе много раз, как основатель и художественный руководитель русского камерного хора. Вот. Много лет спустя, 30 лет, по-моему, просуществовал этот хор, и сейчас Николай Качанов создает новую группу, она так будет называться «Николай Качанов Сингерс», то есть «Певцы Николая Качанова». Это тоже камерный коллектив, который будет исполнять не только русскую музыку, конечно, он будет исполнять произведения современных композиторов, он будет исполнять произведения старинных композиторов, произведения Средневековья, Ренессанса, 18 века, 17 и так далее. У них несколько выступлений намечено, и вот Stabat Mater – это один из первых их выступлений. Кстати, сегодня вечером в Занкель-холле они тоже поют, там такая групповая программа, там много произведений разных композиторов, одно из них тоже исполняет группа Николая Качанова, Николай Качанов Singers. Вот теперь рассказывайте. Ну, Николая Качанова я уже много лет знаю, его творчество, и это большое вдохновение для меня, и я все время хотел что-нибудь для него лично и для его ансамбля сочинить. И вот когда вот этот концерт уже сформировался на 1 октября, осталось время, которое надо было еще произвести. Для какого-нибудь произведения. Для произведения. Было достаточно времени, потому что вот Шуман, фантастические пьесы, это, конечно, прекрасно, но это длится минут 15 максимум, 20. А соната для виолончели тоже минут, наверное, 20-25. Плюс бетховенская соната достаточно большая. Но да, действительно, явно чего-то не хватало. Чего-то не хватало. И были разные варианты. Можно было исполнить уже что-нибудь написанное, а можно было для этого уже написать что-то новое. И, конечно,
это opportunity, да, это такая возможность, вдохновение. И я подумал, что вот очень можно было вот уже написать для Николая. И у меня такая черта, такая, что до того, пока я начинаю писать, я первым очередем звоню артисту и спрашиваю, может ли он это исполнить, а то я не пишу это произведение, потому что я пишу для кого-то. И уже для меня есть конкретное представление, как это произведение будет звучать в исполнении этих музыкантов. Да, да. Я вот позвонил Николаю, мы поговорили, и я вот сказал, что вот есть такая вот идея, вдохновение, чтобы вот для вас, для вашего ансамбля написать, и он принял с большим энтузиазмом, и все. И как только я закончил с ним разговор, я приступил к работе. А вот почему «Стабат Матер»? Вы знаете, потому что буквально где-то... Ну, такой канонический текст латинский. Можно сказать, где-то год назад я прочитал вот всю Библию с начала до конца. И это у меня заняло где-то месяцев 6-7. И очень на меня подействовало. То есть и Старый Завет, и Новый? И Новый, и Старый. Все, все. Да, это огромный труд. Все, да. И это огромное... Я почувствовал после этого что-то очень, очень сильное. Знаете, невозможно это словами описать. И я понял, что... Я уже понял, что я готов вот в это направление что-то передать уже свое внутреннее, да? Угу. На самом деле, что такое искусство? Это искусство состояния твоего внутреннего, духовного. Угу. И вот если возможно это передать музыкой, кино, вот вы разговаривали, или живописью, вот для этого мы и существуем. Поэтому мне показалось, что вот сейчас я готов для этого, и вот... Вот была и возможность, и появился вот мастер, на самом деле художник, который может это действительно прочувствовать. Вот тоже. Среди участников этого концерта есть арфа, да, артист. Да. Каким образом арфа – это часть «Стабат Матер», то есть это хор и арфа? Да. Вы знаете, это сам текст, он исходит из средневековья. И моя идея была написать произведение, которое каким-то образом еще отклик отклик из вот этого периода времени. А арфа, она очень подходит, да, по звуку, по краскам. Ну да. И кроме того, арфа вообще это библейский инструмент. Да. Как известно, да, царь Давид играл на арфе, вот. И один из древнейших вообще инструментов в истории, да, человечества. И вот поэтому я решил добавить вот эту окраску хору. И тогда создается настроение действительно, что мы переходим в вот это пространство времени, в какой-то момент все выстраивается вот в средневековый период. Да, это очень интересно. И, кстати, друзья, поскольку мы уже заговорили о средневековье, сейчас как раз в эти дни, по-моему, в субботу, открывается в музее «Метрополитен» совершенно фантастическая выставка, посвященная средневековому Иерусалиму. С 1000 года по 1400. 4 века история города, история религий, которые скрещивались в этом городе, крестовые походы, все вместе. Потрясающий набор уникальных произведений искусства. Так что вы можете пойти на эту выставку, настроиться, а потом пойти и слушать 1 октября в 8 вечера концерт Георгия Окли. Но там будет не только его музыка, напоминаю, там будет музыка Бетховена, там музыка Шумана будет, и 2 произведения Георгия Окли, одно из которых называется «Стабат Матер». И это произведение будет исполнять новая группа под управлением Николая Качанова, певцы Николая Качанова, так она называется, Николай Качанов Сингерс, и арфа, что очень и очень
интересно, на средневековый текст «Мать скорбящая», «Стабат Матер». Да, да, да. Хотел просто добавить, что арфу будет исполнять замечательный музыкант Сиван Магин, музыкант из Израиля, который закончил Джулиардскую школу, и сейчас он славится огромной карьерой, и это еще добавляет, конечно, вот ожидаемость добавляет удовольствие, потому что всегда интересно услышать. Мы с вами привыкли, друзья, что на арфах играют женщины, Вера Дулова, а в Америке, кстати, я знаю, что педагог много-много лет, который преподавал в Джулиарде арфу, он был тоже мужчина, и это такой серьезный мужской инструмент тоже. Да, да. А у меня вопрос. Стабат Матер, очень многие композиторы обращались к этому тексту. Это такой канонический текст, он очень эмоциональный, история матери, ребенка, он взывает к любым чувствам любых народов. И мы знаем много. Насколько на вас как бы давила ответственность, вот предыдущие поколения, уже опыт? Вы старались как бы нарочно избежать, или вы старались, как вы к этому отнеслись? Вы или знаете, вы об этом не думали? Во-первых, я старался об этом не думать. А во-вторых, для меня самое главное, вот что я слышу внутри себя. Угу. И это для меня путеводитель. Поэтому если иногда бывает, вот, если думать как бы мозгами об этом, то можно любую комбинацию придумать. Вот самое важное, чтобы вот это отключить, тогда выходит естественное. Mm-hmm. И наша задача именно художника, чтобы выйти, отставить себя в сторону, чтобы искусство прошло mm-hmm. через... То есть прислушаться к себе, да, именно к себе, что да. у тебя внутри. А вот интересно, при том, что вы заняты, у вас семья, у вас ребенок, у вас ответственность, ученики и так далее... Как вы находите, когда вы находите? Вам нужно специальное время для создания музыки, вам нужна особая тишина, или вам вы можете, как Шостакович, там, в поезде сочинять? Я бы не сказал, как Шостакович, но музыка, она живет внутри нас. Угу. И не обязательно конкретно находиться у стола с карандашом и писать, потому что момент создания музыки, если можно так выразиться, вот, когда женщина забеременна, она же не сразу рожает, есть 9 месяцев, созревается. Ребенок созревает, да. растет, да. развивается да. там. Вот у нас то же самое. Ручки и так далее. У нас то же самое. Вот, к слову, известный композитор Ричард Даниэль Пур один раз мне сказал, когда он написал свою оперу, он мне сказал: «Георгий, написать оперу – это то же самое, что родить слона». Да, но в данном случае вы еще слона не родили, вы рождаете немножко меньших по размеру зверей, скажем так. Друзья, я хочу еще раз одну вещь сказать, поскольку мы возвращаемся так или иначе к живописи. Я не могу не обратить ваше внимание на то, что только по 25 сентября будет проходить в музее Уитни выставка американского живописца, абстрактного, но очень интересного, очень американского, Стюарта Дэвиса. Музей Уитни – это новое здание, находится оно на 14-й улице, в самом дальнем ее конце, почти у самой воды, на западе, около Гудзона. И это уникальное здание, и это уникальная выставка. Я буду поподробнее говорить о ней в субботу, но поскольку уже вот осталось совсем мало времени, я не могу не сказать сегодня. Те, кто живет в Нью-Йорке или приезжает в Нью-Йорк на, может быть, выходные и так далее, постарайтесь на нее попасть, это очень интересно. Но эта выставка потом будет путешествовать в Вашингтон и другие места. У нас осталось всего 4 минуты, поэтому я прошу прощения, я не открываю телефонную линию, поэтому и оставляю право за собой задать последние вопросы моему сегодняшнему гостю. Я хочу спросить вот еще о чем. Вы упомянули американского композитора, который сказал о том, вот, что такое написать оперу. Насколько у вас, вот в Союзе был, в Советском Союзе был союз композиторов.
В Грузии до сих пор, я уверена, есть союз композиторов. Это как бы, ну, какое-то место, где композиторы могут встречаться, они могут обмениваться, они могут показывать свои произведения. Есть средства, которые выделяет правительство, да, я уверена, да, да, в Грузии на искусство, так же, как это делается, скажем, во Франции или в Германии. И есть какие-то гранты и так далее. Насколько здесь у вас есть возможность встречаться с американскими композиторами? Есть ли какая-то среда? Или это все зависит от каждого отдельно? Вы знаете, наверное, все зависит от каждого отдельно, но есть среда, круг друзей, где общаемся и вдохновляем друг друга. И вот это неофициально, так сказать, круг, где и даже есть вот такие идеи проскакивают, чтобы вот даже уже сделать имя там вроде «Могучей кучки», которая была. То есть, ну, какой-то коллектив композиторский. Да, создать коллектив. И, кстати, коллектив. Да, существуют некоторые коллективы по Америке, группы такие, и в свое время, много лет назад, теперь она стала знаменитая и создала много знаменитых композиторов, «Удар по банке». Bang on a Can. Да. Это был знаменитый коллектив, они именно были молодые хулиганы, как они себя называли, писавшие современную музыку, очень смело, вот «Удар по банке». И потом, сейчас они уже вполне зрелые, солидные, под 60 лет, и они стали очень известными композиторами. И вы, вот у вас есть тоже какая-то группа композиторов, единомышленников, может да, быть? Да, обязательно. И это очень, очень вдохновляет, это очень важно. Мы знаем, все время поддерживаем друг друга, знаем, о чем работаем в данный момент. И это, конечно, и есть вот это взаимопонимание и вдохновение, угу. И, в общем, поддержка друг друга, это очень важно. Очень важно. А что касается Тбилиси? Бываете ли вы там, возвращаетесь ли вы туда? Что там происходит с вашей точки зрения? Вы знаете об этом? Ну, в Тбилиси, сказать честно, намереваются, вот сейчас начинаются, создаются новые проекты, с которыми я собираюсь предстать. В данный момент это еще пока на... грани задумки. Задумки. Но это обязательно будет, это обязательно состоится. И я сам жду, не дождусь, потому что я считаю, что все, что я имею на сегодняшний день, в смысле, как музыкант, вот эту музыку в себе, я должен своей стране, потому что я оттуда его унаследовал. Да, и я должен обязательно это им вернуть. Вернуть и показать. Да. И, конечно, я думаю, что это очень ответственно, очень важно, показать свою музыку на родине. Друзья, я напоминаю, что музыку Георгия Окли, а также Бетховена и Шумана вы услышите в концерте 1 октября в 8 вечера в исполнении выдающихся музыкантов из Грузии и из Америки. И этот концерт пройдет в Малом Карнеги-холле под названием Wild Recital Hall, 57-я улица между 6-й и 7-й авеню. Спасибо за внимание, спасибо, Георгий. До новых встреч. Спасибо.